Я на вашей Алевтине жениться задумал. Прошу вашего согласия, дорогой мой Василий Александрович, Марья Петровна. Я согласна. Но... Какой он жених, Аля? Ему уже на пенсию пора. Ну, не надо преувеличивать. Ну, а ты-то согласна. Она согласна. Она согласна. Я тебя спрашиваю, Алевтина. Я согласна. Ну, зачем тебе этот мухомор? Папа, вы не слушаете его, Иван Степанович. Да нет, я теперь должен его слушаться. Я теперь должен его уважать, хочешь, не хочешь. Вася. Папа. Ну? Вась, ну? Делайте, что хотите. Ну вот, и договорились. Спасибо, папа.